С 27 февраля 2011 года солнечный орел утвержден природным символом Ульяновской области. Птица эта уникальна. Голова золотистого цвета, отсюда и название. На плечах белые эполеты, полоски, хвост и крылья с мраморным рисунком, а размах крыльев достигает 2 метров. В марте этого года ульяновские орнитологи установили веб-камеру на одном из 129 гнезд солнечного орла. Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова Михаил Карепов рассказал журналистам, какие наблюдения можно проводить с помощью камеры. Повесили веб-камеру для того, чтобы изучать гнездовую биологию этих птиц в первую очередь, ну и, конечно же, привлечь внимание широкого населения к природному символу Ульяновской области. Гнездятся орлы данного вида в степных районах Ульяновской области. В целом для солнечных орлов благоприятен наш климат и пищевая цепь. Сегодня это один из наиболее крупных, красивых и узнаваемых представителей пернатого мира Среднего Поволжья, занесенных в Красную книгу. В этом году исполняется 10 лет программе по сохранению солнечного орла на территории Ульяновской области. В уже достаточно далеком 2009 году мы представляли проект программы по сохранению солнечного орла в Федеральном министерстве природных ресурсов и экологии на заседании комплексной комиссии по заповедным территориям Российской Федерации и краснокнижным видам. Тогда эта программа получила высокую оценку. Напомним, проект осуществляется в рамках программы сохранения поволжской популяции солнечных орлов в Ульяновской области. Так, в течение сезона размножения, который длится с марта по сентябрь, все любители природы и пернатых будут иметь возможность смотреть за гнездованием солнечного орла в режиме онлайн.